Привет, вы на канале Девайсы, и сегодня на обзоре материнская плата Gigabyte B660M Aorus Pro AX. Надеюсь, что вам понравится это видео, оставьте лайки, пишите комментарии и обязательно подписывайтесь на канал. В описании оставлю ссылки на эту материнскую плату. Итак, начнем. Правьте безраздельно с игровыми материнскими платами B660 Aorus. Новая игровая платформа продолжает легендарную серию Aorus с самой надежной системой питания и превосходной системой охлаждения, прославленными технологиями полного разгона памяти, чтобы увенчать ваш компьютер лучшей производительностью Alder Lake во всей его игровой красе. Материнская плата на чипсете Intel B660 совместима с процессорами 12-го поколения для сокета LGA1700. Максимальный объем памяти DDR5 – 128 ГБ. Диапазон рабочих частот памяти от 4000 до 5600 МГц. Непревзойденная производительность. Технологии развиваются так быстро, что Gigabyte по-прежнему идет в ногу с последними тенденциями и предоставляет передовые функции и новейшие технологии. Gigabyte B660 поставляется с модернизированными компонентами питания, новейшими стандартами хранения данных и отличными возможностями подключения, позволяющими получить превосходную производительность в любых играх. Для обеспечения максимальной производительности в Turbo Boost при разгоне процессоров Intel нового поколения серия Gigabyte B660 оснащена лучшей конструкцией VRM из когда-либо созданных с использованием компонентов высочайшего качества. Благодаря новой конструкции VRM и танталовым полимерным конденсаторам в материнских платах B660 снизились пульсации напряжения и значительно улучшилась стабильность в условиях разгона и тяжелых нагрузок. 10 DR-MOS-ов системы питания работают по схеме 12+1+1 и способны передавать токи до 60 ампер каждый. Поддержка DDR5 XMP до 5600 МГц и выше. Aorus предлагает протестированную и проверенную платформу, которая обеспечивает надлежащую совместимость с профилями до 5600 МГц и выше. Все, что нужно сделать пользователям для достижения такого повышения производительности, это убедиться, что их модуль памяти поддерживает XMP, а функция XMP активирована и включена на материнской плате Aorus. Материнская плата обеспечивает фиксированный номинал напряжения питания 5 вольт для оригинальных модулей памяти DDR5. При этом номинал управляющего напряжения для микросхем памяти задан величиной 1,1 вольта. Средствами эксклюзивной схемотехники Gigabyte предусмотрена возможность перевода защищенного режима для оригинальных модулей ОЗУ DDR5 в программируемый режим, что позволяет контролировать напряжение питания модулей памяти DDR5 в широком диапазоне. Трассировка проводников подсистемы памяти реализована средствами внутреннего слоя печатной платы. При этом шина заземления надежно защищает всю подсистему от внешних помех. Одним щелчком кнопки мыши автоматически повышаете частоту оригинальных модулей ОЗУ DDR5 до 5000 МГц, когда система работает в режиме повышенной нагрузки. Материнская плата Aorus предлагает лучшую в отрасли совместимость с накопителями NVMe, которые поддерживают большую емкость и максимальную производительность. Обновите с помощью новейшего твердотельного накопителя Gen 4 второго поколения, производительность которого достигает 7000 МБ в секунду, что до 2 раз быстрее, чем твердотельный накопитель PCI-Express 3.0. Оптимизация гибридных ядер. Благодаря новой гибридной технологии, предложенной компанией Intel в материнских платах Gigabyte на уровне BIOS Setup, появились 2 эксклюзивных профиля с целью реализации различных пользовательских сценариев применительно к активации и возможности регулировать напряжение питания P-ядер и E-ядер процессора. Усовершенствованная схема охлаждения. Непревзойденная производительность гарантируется улучшенным тепловым решением, которое включает в себя радиаторы и тепловые прокладки. Комплексное решение обеспечивает превосходное рассеивание тепла. Радиаторы VRM-модуля с вдвое большей поверхностью. Увеличенная площадь поверхности в 2 раза по сравнению с традиционными радиаторами. Это улучшает отвод тепла от MOP-транзисторов. Настоящая цельная сборка. TMOS — это настоящая
настоящий цельный радиатор. Его цельная конструкция и большая поверхность значительно улучшают эффективность охлаждения по сравнению с многокомпонентной конструкцией конкурентов. Многогранный дизайн. Тимос имеет несколько каналов и отверстий на радиаторе. Такая конструкция позволяет проходить воздушному потоку, что приводит к значительному улучшению характеристик теплопередачи. Радиатор М2 Thermal Guard. Продолжительность срока службы М2 SSD накопителей зависит от надлежащего охлаждения. Своевременно и эффективно рассеивая тепло, фирменные радиаторы Thermal Guard в составе материнских плат Gigabyte не допускают падения производительности М2 накопителей вследствие перегрева микросхем флеш-памяти. На 3% холоднее за счет внедрения удвоенных слоев меди на плате. Применяя два слоя меди в печатной плате, снижается температура компонентов как минимум на 3%, превращая печатную плату в сверхтонкий медный радиатор размером с печатную плату для эффективного отвода тепла от компонентов благодаря высокой теплопроводности и более низкому импедансу. Встроенный 2,5 гигабита Ethernet LAN контроллер быстрее в 2 раза. 2,5 гигабитный LAN обеспечивает сетевое подключение до 2,5 гигабит с минимум двукратным превосходством по сравнению с обычными гигабитными LAN-сетями и идеально подходит для геймеров и онлайн-игр. Wi-Fi 6, 802.11ax плюс Bluetooth 5. Решение Intel Wireless поддерживает 802.11ax, обеспечивает гигабитную производительность беспроводной сети, плавную потоковую передачу видео, лучший игровой процесс, минимальное количество обрывов соединений и скорость до 2,4 гигабита в секунду. Подключение будущего USB 3.2 Gen 2 на 2 Type-C. Благодаря порту USB 3.2 Gen 2 на 2, производительность которого удвоена по сравнению с предыдущим поколением USB 3.2 Gen 2, он обеспечивает сверхбыструю передачу данных до 20 гигабит в секунду при подключении к периферийным устройствам, совместимым с USB 3.2. Благодаря разъему USB Type-C пользователи могут наслаждаться гибкостью реверсивного подключения для быстрого доступа и хранения больших объемов данных. В материнских платах Aorus используются высококачественные аудиоконденсаторы. Эти высококачественные конденсаторы помогают воспроизводить звук высокого разрешения и высокой точности, обеспечивая наиболее реалистичные звуковые эффекты для геймеров. Материнские платы Aorus оснащены защитой от звуковых помех, которая отделяет чувствительные аналоговые аудиокомпоненты платы от потенциального шумового загрязнения на уровне печатной платы. UEFI BIOS. В упрощенном режиме UEFI BIOS сразу видны все ключевые параметры системы и данные аппаратного мониторинга. Он идеально подходит для быстрой первоначальной настройки компьютера. Расширенный режим UEFI BIOS предназначен для глубокой настройки компьютерной системы и предлагает встроенную функцию поиска нужных параметров. RGB Fusion 2.0. Интуитивно понятный пользовательский интерфейс и расширенный функционал приложения RGB Fusion 2.0 позволяют быстро и максимально эффективно настроить подсветку любого совместимого с данной технологией устройства. Объединяйте в одну схему подсветки материнскую плату и графический 3D-ускоритель, периферийные устройства и другие компоненты. Придайте вашему игровому ПК уникальный неповторимый облик и поделитесь персональными профилями с друзьями. EasyTune — фирменная утилита с простым и наглядным пользовательским интерфейсом, которая позволяет корректировать настройки системы без необходимости перезагрузки ПК, регулировка тактовой частоты и напряжения питания ключевых компонентов в среде Windows. SmartFan 6. В составе SmartFan 6 предусмотрено несколько уникальных функций, которые призваны поддерживать производительность игрового ПК на заданном уровне на фоне комфортного температурного режима. Многочисленные фан-разъемы для подключения системы системных вентиляторов и помпы SGO могут оперировать режимами PWM-DC. Средствами интуитивно понятного пользовательского интерфейса предоставлена возможность сформировать оптимальный режим работы каждого вентилятора на основе показания встроенных на плате температурных датчиков. Фирменное приложение System Information Viewer — это ключевой элемент в составе ПО Gigabyte, которое позволяет оценить текущее состояние системы. Мониторинг параметров базовых компонентов, в частности тактовый генератор и процессор, выбор предпочтительной скорости вращения вентиляторов из перечня доступных профилей, оповещение
отключение пользователя при превышении пороговой температуры или возможность вести журнал учета поведения, а также быстрый просмотр информации о системе. Напоминаю, что подборку лучших цен на эту материнскую плату вы можете найти в описании к этому видео. Буду благодарен за лайк и подписку. Всем пока!